Всем привет! С вами снова я, Владимир Казарчук. Вы находитесь на канале Old Dutchman. И сегодня я вот решил с вами поделиться таким вот, скажем так, значимым событием для моего канала. Я не знаю, что послужило толчком для вот этого вот продвижения, или то, что время от времени начали мелькать у меня вот эти вот коды на моих видео или на коротышках для спонсоров канала, скажем так, или то, что я недавно написал на Фейсбуке целый пост и выложил там один из этих кодов для подачки на кофе. Но неожиданно вот так вот, довольно-таки приятно, странновато, но, конечно, чего я и ожидал-то. В принципе, я хотел, чтобы были и спонсоры канала, чтобы была поддержка, но вот эта поддержка пошла. И что интересно, кто-то начислил денег, а не написал ни слова. У меня хотелось бы просто-напросто сказать вот этим людям спасибо за то, что, конечно, они вот это вот сделали. Но желательно, чтобы они оставляли хоть какие-то координаты о себе, там, допустим, имя или никнейм, чтобы я мог озвучить тех, кто занимается поддержкой канала. На кофейной чашечке я пока не знаю, как это сделать, чтобы открыть опцию для именно написания комментариев, чтобы люди оставляли. А вот на PayPal можно, кстати, оставить комментарий и оставить свое имя, или настоящее имя, или никнейм, для того, чтобы автор канала, после того, когда получит ваш донат, мог озвучить того человека, который, скажем так, стал спонсором кофейной чашки. Да, 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 будем продвигаться, будем работать. И, естественно, если кто-то, допустим, перечисляет какую-то сумму денег, то этому человеку, именно этому человеку, по его заказу и будет сниматься следующее видео. То есть, если кто-то, допустим, перечислил, к примеру, 5 евро или десятку и сказал, я хотел бы то-то и то-то, или какие-то упражнения, допустим, для развития плечевого пояса, для восстановления спины или еще что-то, именно для этого человека по его просьбе будет написано видео, будет в названии идти его никнейм, адресация именно на этого человека, и, естественно, будет указываться, что вот один из спонсоров нашего канала попросил, чтобы сделали вот это вот видео, и оно будет опубликовано. Это пока вот так. Ну, а, конечно, да, да. Неожиданно, но приятно. Честно сказать, приятно. После того, что вот ты вот столько вот времени тратишь на съемку видео, на идеи, на формат, на то, чтобы не только снимать видео, но это же огромная работа. Помимо того, что ты пишешь текст, составляешь визуальную картинку того, как оно должно выглядеть, монтируешь видео, форматируешь его для нормального показа не только на Фейсбуке, не только на Ютубе, но еще на некоторых платформах. Это все стоит времени, это все стоит затраты, скажем так, определенных финансовых средств, потому что электричество у нас не бесплатное, это вам всем известно. И, естественно, да, да, да. Как и говорится, любая работа должна быть оплачена. Вот пошли первые капельки. Я надеюсь, что эти первые, скажем так, не капельки, первые ласточки не будут первыми. За ними подтянутся и другие, кто действительно желает что-то знать из уст, скажем так, профессионала. И поэтому будем снимать дальше многие видео, если у кого-то возникает интерес по заказу, именно по оплачиваемой сумме. Но я хотел бы сразу сказать, что у меня мысль одна есть насчет профессиональной камеры. Так вот, профессиональная камера стоит от 400 до 500 евро. Ну, будем собирать немножечко денежки именно на эту камеру. Если у кого-то есть желание, если у кого-то есть возможность, рублик или два, ну, некоторые не чураются просить в наглую на дрова, на бензин или там себе на бутерброды. Не чураются просить у своих подписчиков, и подписчики им перечисляют, причем охотно перечисляют. Поэтому я вам говорю открыто, ребята, если у вас
есть возможность, если у вас есть желание, никто никого не заставляет. Вот, пожалуйста, вот эти вот два кода, которые у меня оформлены на канале. Вы можете любой из этих кодов телефоном отсканировать, если вы смотрите на компьютере или на телевизоре, или же в описании к каждому новому видео у меня идут ссылки по этим кодам. Можно просто кликнуть по ссылке и дальше перевести определенную сумму денег, дабы помочь развитию канала, помочь его продвижению. Ну и, естественно, если у кого-то есть интерес на определенную тематику, заказать видео. Еще раз повторюсь, мне было приятно, хотелось бы узнать, кто это сделал. Ну, ладно, узнаем, все равно разберемся. Через PayPal это намного проще сделать. Всем отличного дня, всем удачи, здоровья. С вами был я, Владимир Казарчук, автор канала Old Dutchman. Всем пока.